Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Ideal. Серия F2 на цоколь H7, температура свечения 6000 Кельвинов. Комплект поставляется в обычной картонной прочной упаковке. Внутри у нас находится инструкция по установке и две светодиодные лампы. Лампы полностью металлические, золотым окрасом, как мы видим. Две системы охлаждения в лампах, активная и пассивная. Пассивная — это радиатор, активная — встроенный кулер. Подключается лампа с помощью провода подключения питания стандартного. На проводе имеется небольшой драйвер. Вторая лампа абсолютно идентичная. На каждой лампе установлены светодиоды, по 2 на каждой лампе высокой интенсивности. Сейчас мы одну из ламп подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа у нас загорается. Как мы видим, световой поток довольно-таки высокий в данной лампе. Заявлен мощный световой поток 4200 люмен. Температура свечения 6000 Кельвинов. Как мы видим, она такова и есть. Если вы переходите с галогеновых ламп на светодиодные, обязательно нужно будет выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект светодиодных ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.